Врач на второй Наталье. На втором татами победу одержал Александр Емельянов, Приволжский федеральный округ. На второй татами приглашаются Марк Зеленский, Южный федеральный округ. Исмаил Ахтаханов, Северокавказский федеральный округ. На второй татами готовится Сулейман Рустамов, Уральский федеральный округ. Егор Адони, Санкт-Петербург. На третьем татами победу одержала Ксения Иванова, Уральский федеральный округ. На третьем татами приглашаются Карина Подопригорина, Центральный федеральный округ, Беназир Мирлан, Дальневосточный федеральный округ. На третьем татами готовятся Ксения Соловьева, Санкт-Петербург, Диана Раду, Приволжский федеральный округ. На втором татами победу одержал Исмаил Ахтаханов, Северокавказский федеральный округ. На второй татами приглашаются Сулейман Рустамов, Уральский федеральный округ, Егор Адони, Санкт-Петербург. На втором татами готовится Шакир Бегов, Уральский федеральный округ, Антон Плащанский, Южный федеральный округ.
На третьем татами победу одержала Диана Раду. Приволжский федеральный округ. На третьем татами приглашается Олеся Калантарова, Центральный федеральный округ. Алина Пугаева, Москва. На третьем татами готовится Екатерина Соболева, Северо-Западный федеральный округ. Ксения Ежонкова, Приволжский федеральный округ. На первом татами победу одержал Гаджимурат Амаров, Северокавказский федеральный округ. На первой татами приглашаются...